Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко, и в этом видео расскажу, куда инвестировать свои свободные деньги, чтобы они росли и приумножались. И сегодня мы поговорим о неподготовленных инвесторах, рядовых гражданах, которые так тщетно стараются найти альтернативу банковским депозитам и попадают на удочку рекламных обещаний различных финансовых компаний. А также в этом видео вы узнаете топ-3 самых провальных места, куда ни в коем случае не нужно вкладывать свои деньги. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и получайте бесплатные советы. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы подобные видео чаще попадались у вас в рекомендованные. Напишите в комментарии, какие больше всего смотрите видео на YouTube-канале и какие превьюшки привлекают ваше внимание. А куда же все-таки не нужно вкладывать свои деньги? Давайте с этим разбираться. И на сегодняшний день любые операции с криптовалютой – это в чистом виде игра в азартные игры. И причем хочу ваше внимание обратить на то, игры в серой правовой зоне. Потому что нет никакого законодательства по поводу цифрового золота. Напомню, что в казино выигрыше всегда остается казино. И новичок, садясь играть в карты с игроками-профессионалами и тем более шулерами, не имеет никаких шансов на победу. Следующий важный шаг – это покупка недвижимости. И при всей нашей горячей любви к недвижимости, ведь жить где-то нужно, и недвижимость является весьма сомнительным способом приумножения денег. И цены на недвижимость в некоторых странах очень крепко привязаны к стоимости нефти. И когда при высокой стоимости барреля черного золота, тогда нефтяники купались в сверхдоходах. Они целыми домами, подъездами, кварталами скупали недвижимость не только в России, но и за рубежом. И что же сейчас произошло? Произошло затоваривание первичного рынка, переизбыток вводимых объектов. И годами не продающаяся вторичка, никому не нужна элитная загородная недвижимость. И при переизбытке предложения квадратных метров фактически отсутствует платежеспособный спрос со стороны населения. И именно по этим причинам наше государство пытается снизить ставку по ипотечным кредитам и пытаясь тем самым побудить людей покупать себе жилье. Следующий важный момент. Ни в коем случае не стоит передавать деньги профессионалам в доверительное управление. И вместе с ним растут и котировки акций. Растут вложенные в них деньги клиентов. При кризисах и стремительных падениях рынка, которые, как ни странно, приходят очень внезапно, хваленые профи терпят убытки и теряют деньги клиентов. И таким образом получается, что все возникающие риски инвестиций банкиры перекладывают на клиентов, а прибыль стараются по максимуму оставить себе за счет взимания комиссий за совершение сделок, вознаграждение за полученный в результате доверительного управления доход. Управление деньгами – это очень тяжелый труд. Это ежедневный анализ огромного массива информации о инвестициях, инструментах, о финансовом положении компании, трендах рынка, колебаний, политических настроений и других многочисленных фактов. И при всем желании за всем этим, но никак не удается уследить. Это доказывают многочисленные случаи исчезновения денег клиентов после каждого очередного финансового кризиса, которые инвестиционные банкиры по какой-то причине снова не смогли предугадать, несмотря на свой сверхзаявленный профессионализм. Трейдинг – самостоятельная торговля на финансовых рынках. Если профессионалы не могут на этом зарабатывать, то почему вы решили, что получится у вас? И я просто не могу понять, откуда у вас такой избыточный и прикрепленный оптимизм. И маленький совет.
не реагируйте на рекламу, обещающую обеспечить высокий процент от ваших вложений. И вкладывайте свои деньги разумно. Постепенно формируйте свой капитал. Инвестиционный портфель, состоящий из различных активов и инструментов. Делитесь своим мнением в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, мотивируйте меня своими лайками и комментариями на новые интересные видео для вас. Всем пока! С вами была Елена Макаренко.